Так, ребят, всем привет. Первый раз я купил француза, это Peugeot 206. Забрал я его, здесь всего 4 владельца, 200 тысяч пробегу. Машинка ухоженная, но проблема у нас такая, что антифриз пошел в цилиндры. Человеку заниматься было некогда, ну и не на что. Я у него ее забрал, будем ремонтировать, поднимать голову, отвозить ее обязательно на фрезеровку, на опрессовку. С заменой всех сразу же прокладок, болтов и тому подобное. Ремень ГРМ он менял 2000 назад километров вместе с помпой. Также он поменял здесь сцепление, то есть за машиной он следил, ухаживал. Единственный нюанс у него в деревне, пытались ее вскрыть, вот видите, здесь замятинки такие, пытались дверь вскрыть. А так, в принципе, по порогам, вот вы видите, отлезла краска, но само железо все хорошее. То есть я пройдусь антигравием. В салончике тоже все хорошо, все ухожено. Единственная опять проблема была, он возил с собой собаку. Еле мы эту шерсть все отмыли. Вот. Есть немножко потертости, мы ее будем всю полировать. То есть я думаю, что все это уйдет полировочкой. С этой стороны тоже по порогам будем антигравием проходить. Ошибок никаких не горит. То есть загоним также ее, посмотрим всю подвеску. В общем, все как обычно. И... скоро она будет в продаже, поэтому, ну, я думаю, что недели две как минимум будем все ее делать. Так что ГБЦ вот уже подняли, цилиндрики, причем все чистые, в первом цилиндре все вымыто, отвозим сейчас, разбираем, отстегиваем впуск, отвозим ее на фрезеровку, на опрессовочку, и в принципе уже будем обратно собирать. Я думаю, что мотор сегодня уже будет у нас шептать. Так, по Peugeot мотор собрали, работает хорошо, значит, смотрите. Видите, ремень переводной, в обход компрессора кондиционера стоит. Господи, я вчера очень долго, и он так давно, видать, ездил, там подшипник компрессора заклинил. Я очень долго вчера пытался его оттуда вытащить, но у нас все это получилось, мы его достали, я заказал подшипник, заказал новый ремень, то есть уже родной будет, да, то я сейчас поставлю туда подшипник новый, все поставлю, поставлю новый ремешок, сейчас поменяем масло. Так, фильтр. Я еще фильтр топливный заодно привез. Хочу топливный тоже поменять. Непонятно, когда здесь все менялось. Также воздушный, салонный. То есть это все полноценное ТО сделаем. Далее. Так, где пакетик? Так, ладно, сейчас расскажу. По задним амортизаторам, нижние втулки амортизаторов, они разбиты. Чтобы сами амортизаторы не покупать, так как они хорошие, оригинальных сайлентблоков нету. Но парни на форуме ставят там от чего-то, там я уже не помню. В общем, я заказал два сайлентблока хороших, которые точно подходят. Мы их сейчас туда вкинем, и все будет четко. Далее чуть-чуть надо подварить снизу за, получается, вот где приемная труба в катализатор, там разошелся шовчик. Я его сейчас сниму, обварю. Кстати, здесь катализатор, то есть экология на месте, подушки все на месте. Так. Ну и в принципе все, обслужу все тормоза, все смажем, подведем ручничок, все обслужим, все отснимем и повешу приборы, сделаю сход-развал, дальше на полировку, впереди вкину два лета и низа порогов мы это все вычистим и антигравием покроем. В принципе машинка будет готова, начинаем работу. Сливаю масло, хочу сразу показать. Смотрите, рычаги новые стоят. Стойки стабилизатора новые, тяги с наконечниками тоже новые. Вон, прям видно, они, вон, видите, протираешь, они прям новенькие стоят. Я не знаю, кто-то их менял, может, вообще развал не делали, поэтому он сказал, что у него лето съело, он зиму поставил, и зиму тоже, вон, посмотрите, правое колесо. То есть я сейчас приборы повешу, и все будет четенько. Значит, рычаги менены, единственное, что проржавели немножко диски, видите, но она просто стояла долго сейчас. Надо покататься, немножко потормаживаться. Сейчас все направляющие обслужим. Моторчик относительно сухой весь. Значит, по тому, что говорил. Кстати, пробочку, вот прокладку, подсливную пробку всегда заказывайте новую. Она стоит там копейки, но лишний раз. То есть. Так, фильтр масляный. Вот подшипник поменяем, поставим ремень, соответственно. Фильтр топливный, я его нашел. Масломобил заливем 540. Так, дальше, значит, вот фильтр, я его вчера искал, что-то проморгал, вот он стоит. По сайлентблокам, вот видите, вот этот сайлентблок, сейчас покажу, может вам так плохо видно, но он как бы гуляет там. И мы нашли
сюда сайлентблоки. Ребята ставят, они ходят, поэтому, потому что я откручивал, сам амортизатор хороший. Жалко ради сайлентблока весь амортизатор менять, поэтому поменяем сайлентблоки. Далее, по, сами знаете, да, эту здесь система такая, здесь же торсион идет с подшипниками. Я вчера все смазал, все смазывается, все там ходит. Либо она обслуживалась постоянно, то есть все вот эти масленочки, они все даже не застраны, все четенько там, все шприцом, все у меня прошприцовалось. Эти все сайлентблоки все целые. Ну, то есть, в принципе, здесь больше ломаться нечему, тут больше нет ничего. Вскрою барабаны, посмотрю состояние колодок, естественно, подведем ручничок. По днищу, посмотрите, оно прям вот, ну, вот как с завода. Они все оцинкованные шли, да, поэтому мне это прям вообще нравится. По порогам, вон, видите, пороги какие хорошие. А с той стороны, единственное, что эта краска, это пооблупливалась, но мы это все сделаем, будет все красиво. Втулки стабилизатора тоже все здесь четенько. В общем, в принципе, по сварке, ё-моё. Вот, видите, этот флянец, он просто оторвался. Я его снял целиком, все это обварил, все обратно собрал. Будет теперь служить верой и правдой. А, и еще, я же радиатор тоже новый поставил. Радиатор приходит, они, видать, под разные модели, уже с заглушками, с хомутами. То есть мы поставили заглушечка здесь. Я сначала думал, это под автомат, нет, это антифризные каналы. Они глушатся и все собирается. Радиатор основной новый. Когда ГБЦ было снято, мы промыли сразу же отопитель. Печка греет, жарит, прям будьте нате. Так что проблем с охлаждением здесь точно быть не может. Ну, в принципе, все. Сейчас покажу. Вот так вот, видите. Здесь сам компрессор все отлично работает. А подшипник, который здесь сидел, он заклинил. Поставим новенькое все. Поставим ремень, какой должен стоять. И будет все работать прям штатом режиме. Картопленный поменял. Там такое, на самом деле, когда его старый снял, он, видать, давненько тут не менялся. Там уже такой бензинчик черненький оттуда тек. Ну и фильтр масляный тоже снял такой, тоже они, видать, по десятке точно катают. Потому что я всем рекомендую ездить, ну, 1007, не больше. Но смысла нет. Продолжаем обслуживать Peugeot. Значит, начал я с тормозов. Обслужил направляющие суппорта, все смазал, все вычистил. Вот отсюда хорошо видно, что тяга и наконечник новый. Я тут уже все почистил, чтобы мне потом развал делать. Стойка стабилизатора новая, стоит рычаг новый. Вон, видите, посмотрите на сайлентблоки, он просто нулячий. Пружины здесь новые стоят, амортизаторы старые, но они сухие, пыльнички все целые. Вот видите, все четенько здесь. Суппорт, вот посмотрите теперь. Оп. Износ колодок где-то 30%, поэтому еще ходить и ходить будут. Диски с небольшой прям выработочкой, и то это больше ржавчина, чем выработка. Вот я только покатался, немножко начал оттормаживаться, видишь, они почистились. Сейчас с каждой стороны проводим то же самое. И сзади с ними барабаны, посмотрим, что там. С правой стороны также все обслужил. Хочу сказать, что направляющие уже смазки этой просили. Все сухие были, все вычистил, смазал. Теперь все идеально. Видите, как положено все работает. По колодочкам также здесь все еще ходить и ходить. Также рычаг новый, тяга новая. По стойке амортизационной все сухо, пыльнички, отбойнички, все целое. Все, в принципе, здесь вешаем колесо и посмотрим, что у нас творится в барабанах. По задней оси, что с той, что с этой стороны. Гайку я открутил, здесь барабан так не снять, он только с подшипником снимается. Подшипники хорошие, но сидит на ступице. То есть выколачивать и выбивать, нарушать работоспособность ступичного подшипника я не хочу. В окошко все продул, посмотрел, подвел ручничок. Колодки там, ну, насколько мне видно, еще походят. Пока ступичный не загудит, барабаны эти снимать нежелательно. Иначе, если я сейчас его сниму, значит ступичный под замену. А так он может еще там заводской стоит. Так что, что стоит, что с этой стороны. Все продул, подвел и соберу обратно, потому что, не хочу реально, блин. Это надо здесь выколачивать, выбивать, заказывать новые ступичные. Так в окошко посмотрел, все хорошо, эти цилиндрики сухие, колодки есть, поэтому как еще будет ездить долго и счастливо. Так, продолжаем подготавливать Peugeot. Времени, блин, не так уж всегда много, блин, здесь в работе. Смотрите, значит, поставил я сюда новый подшипник. Поставил новый ремень, теперь тот короткий был в обход, да, теперь здесь все
крутится, все почистил, все работает идеально. Так что кондиционер теперь будет работать. Сейчас устанавливаю здесь защиту и там по задней подвеске пару сайлентблоков, то, что я рассказывал. Так, по задней подвеске все, что хотел, сделал. Значит, один сайлентблок у меня был заказан новый. Вот он, все, я его поставил. Причем снимается он путем кронштейна. Вот, если вот захотите этот сайлентблок поменять, это надо будет потом тогда нагревать. Просто сейчас нереально. Он хороший. Я открутил его целиком. Вот видите, три болтика откручиваем. Ну, в принципе, все это снялось. Этот сайлентблок поменял, этот смазкой набил. Но в приоритете это тоже потом в будущем поменять. Дальше по амортизаторам. Смотрите, видите, сайлентблоки нижние. Они не родные, но встали вообще четенько просто. Мне прям нравится. По подвеске все готово. Вешаем приборы, делаем развал. Приборы повесил. Схождение подвел. То есть теперь все в зеленочке. Дальше сейчас сниму приборы по низам, то, что рассказывал тогда, вот видите, эту часть всю вышкурю и антигравием полосочку хорошую поставим, все будет прям конфета, а не машина. Так, ребят, по Peugeot все закончил, обслуживание, осталось, значит, что ехать, проходить техосмотр, делать страховку и по большому счету хоть в Крым на ней. Едет бодро, не дымит. Поршневую я смотрел, когда башку поднимали, то есть машинка полностью обслужена. Хочу я за нее 220. Кому интересно, пишите, звоните, все обсудим.